пусть знают те, кто посягает нашу свободу и независимость. Мы никому не позволим перекраивать наши границы и переписывать нашу историю. Мы гордимся подвигами наших дедов! Я от имени всех ветеранов боевых действий, ветеранов пограничных войск, находящихся в Кемлисетском районе и непосредственно в городе, значит, поддерживаю решение нашего правительства о том, что необходимо уничтожить зародыши, возражающиеся фашизм на Украине. Уважаемые гости этой замечательной акции, уважаемые вангородцы, кто сегодня пришел поддержать наших военнослужащих, которые защищают нашу Родину. Мы благодарны нашим отцам и дедам, которые привили к нам любовь к Родине, желание защищать ее, несмотря ни на что. И сегодня здесь, на Ивангородской земле, мы все дружно с вами должны запомнить и передать огромный привет, нашу всю энергию нашим ребятам, которые сейчас находятся на фронте и бьют врага. Я желаю нашим ребятам быстрее вернуться домой в семьи, вернуться с победой. Ну а мы будем ждать здесь и делать все, что от нас зависит, для того, чтобы приблизить эту победу. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники сегодняшней акции. Акции направлены на поддержку наших ребят, выполняющих сегодня священные задачи по обеспечению безопасности нашего государства, выполняющих задачи в тяжелых условиях, подвергая свои жизни опасности. И сегодня, наверное, это самое малое, что мы можем сделать для них. Конечно же, очень символично, что мы собрались сегодня именно здесь, у этого памятника, который был установлен совсем недавно, в ответ на акт государственного вандализма со стороны правительства Эстонии, который так цинично уничтожает наши памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. И это памятник, конечно же, это предупреждение всем тем, кто отрекся от памяти своих предков и забыл уроки истории. Дорогие наши кингисеппцы, Кингисеппский район, гости, уважаемый генерал-полковник, хотим вам доложить ситуацию. Как вчера сказал главнокомандующий, верховный Владимир Владимирович Путин, для нас дорога жизнь каждого, кто сегодня стоит на охране нашей Родины. И мы знаем, что многие наши кингисеппцы сегодня достойно защищают рубежи. Прошедшего Берлин в далеком 45-м, ребята из штрафбата на здании Рейхстага писали: не простим. Мы не простим сожженных советских деревень, детей отцов лишенных, погибших матерей.
солнца, раскинулась Россиюшка моя. Здесь службу родную несут ребята, такие же, как он, как ты и я. Моя Россия будет всегда спокойна, мы это можем твердо обещать. Ведь есть профессия отчизну защищать. И день и ночь на страже рубежей страны стоят надежно наши родины сыны. Так было, есть и знаем, будет так всегда. Твердо обещать. Ведь есть профессия отчизну защищать. И день и ночь на страже рубежей страны стоят надежно наши родины сыны. Так было, есть и знаем, будет так всегда. Да, и наша слава и победа на века. На страже рубежей страны стоят надежно наши родины сыны. Так было, есть и знаем, будет так всегда. Да, да здравствуй, ура! Российские, ура! Войска, ура, ура, ура! Защитники Отечества, вы на посту всегда. Спокойное человечество, спят мирно города. Степной кобыль сединами, укрыв земной покой. Гимн за страну единую поет солдат с тобой. Солдаты России, сержант и генерал, вы словно святые. Над дозорной тропой у российских границ нам не слушать с тобой пролетающих птиц. Нам на мир не смотреть, не любить, не дышать. Нас заставила смерть под землею лежать, потому что границ, дорогой человек, видно, только для птиц не бывает вовек. Ой, и земля, и друзья, не пройти стороной мимо смерти нельзя. Но не смей сказать, я боюсь, не смогу. Вот и сделал глаза, и всегда не сниму, потому что границ. Но только для тебя.